премия на каждую конкурсу считается одной из самых престижных премий, приз зрительских симпатий. Эту премию выбирает не высокочтимое жюри, оно свою работу завершило, вручив лауреатство нашим участникам, а эту премию выбирали зрители. Может быть, участвовали родители, педагоги, концертмейстеры, это не запрещено, но огромный интернет-аудитория, я выражаю свою благодарность, искреннюю признательность за то, что вы поддерживали нас в интернете своими просмотрами, своими комментариями многочисленными. Вы сможете найти эти комментарии у нас в YouTube, в социальных сетях. Все останется на страничке, есть страничка ВКонтакте, в Фейсбуке, во всех социальных сетях 8-го международного конкурса юных вокалистов. В YouTube фонда Елены Амасовой культурного центра, на сайтах у нас, на портале Культура РФ. Тысячи людей писали вам, желали успеха, болели за вас, писали, какие вы молодцы, какие вы талантливые. И они же приняли участие в голосовании и определили победителя приза зрительских симпатий. Берегом. Бирюкова Валерия Демидова.